как-то панк-рок с ребятами, очень все громко. Что-то какой-то там был концерт такой, прям вот чуть ли не... Заходит? А, я помню. Это было выступление на дне рождения байк-клуба, чтобы вы понимали. Вот. И там было все громко, тяжело. И мы что-то перед выступлением так в шутку заиграли песню Митяева. Говорю, вот, давайте сделаем такой вот кавер. Красиво же получается мелодия и слова, и все. И мы взяли его вот в студию, пришли, записали быстренько. И на день рождения Олегу Григорьевичу я отослал эту песню. Потом 3 дня была тишина. Я думаю, ну все, сейчас меня, наверное, уже все вычеркнул, заблокировал номер. Нет, перезвонил, говорит, слушай, а хорошо получилось, молодцы. Я прям даже думаю, может, шутит. Он говорит, давайте вот целый альбом такой запишем, таких песен. Говорят, давайте. Вот это было такое начало группы «Ирония судьбы». Потом, правда, мы вроде начали писать. Он говорит, нет, ну, конечно, не так тяжело. Давайте вот это мы вот электрогитару здесь потише, барабаны сменим все-таки на что-то более приличное такое. И так вот он немножко это причесал, убавил звуку. И получилась группа «Ирония судьбы». Причем с таким звучанием мы пришли первый раз на Арбате где-то в июне год назад. Мы стали чекаться, он послушал, говорит, не, ну так не пойдет. Ты имеешь в виду на улице, когда мы сидели? Да, и мы хотели спеть эту песню, вот как она была написана. Он говорит, не, ребят, это очень громко, давайте что-нибудь потише. Но поскольку сегодня он не пришел, то мы споем эту песню. Закружится, и уже не повернуть назад. Я не против.